Жительница Заозского района отмечает столетний юбилей. К юбилею Антонина Лагина получила письма от президента России губернатора Ярославской области. Поздравить долгожительницу приехал и исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин. Гостям юбилярша рассказала о себе. Антонина Лагина говорит, родилась в многодетной семье, в молодости не отличалась крепким здоровьем, но это не помешало ей пережить вековой рубеж. Всю жизнь пенсионерка проработала на парижской коммуне станочницей. Сегодня Антонина Михайловна отмечает круглую дату с племянницей Валентиной Ивановой. Родственница рассказывает, ее тетя отличается добротой и гостеприимством, а ее пироги славятся на всю округу. Бабушка действительно в хороших руках. Вот. Вот каждый раз, когда приезжаю на такие мероприятия, отмечаю, что люди, особенно ветераны Великой Отечественной войны, кто дожил до такого возраста почтенного, действительно как бы окружены заботой. Они воспитали своих детей, племянников, так хорошо, что они их не бросают. Вот это, мне кажется, самое важное.